Привет, Илья. Давай, рассказывай, привет. У кого мы сегодня в гостях? Сегодня мы в гостях у Максима. Ну, как назовем? Ресторан, да, у вас? Да. Правильно же называется? Ресторан. Лайк, да? Да, ресторан Лайк. Да, еще вот впервые за 8 месяцев съемок нашей передачи у нас вот такая тэпан-кухня, тэпаньяки, да, который у нас вообще в Кемерово появился вот буквально недавно. Раньше у нас таких развлечений не было. Да, и вот, Максим, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Так, сегодня мы будем готовить свинина тэпаньяки. Это свинина, мясо свинины с овощами, а также эби тэпан. Это креветки с рисом будем готовить. Так, для начала небольшой такой разминочка, скажем, вот таким образом. Вот таким образом можно покидать. Я так понимаю, это вот так, да? Любой повар тэпаньяки должен уметь жонглировать, да, жонглировать приборами, да? Здесь, да, тэпаньяки это только. Не только пищи готовят, здесь еще шоу. Нам понадобятся овощи, угу, для свинины, а также мясо, ага, свинины и креветки. Тигровые, да? Да. Угу. Овощи для риса. Угу. А также отварной рис. Так, чуть-чуть растительного масла. Можешь мне полить тоже. Да, или ее тоже нальем. Так, вот таким образом. Разравниваем. Да, разравниваем вот так, да. Овощи для риса. Вот таким образом жарим ее. Тэпаньяки это вообще вот где родилась такая, так, кухня? Тэпаньяки родилась? Это японская кухня. В переводе означается тэпан это поверхность плиты. А яки это жарить. Жарить на плите переводится. Так, в тэпане у нас овощи до конца не жарятся. Оставляют свои вкусовые качества. Чтоб хрустели, да? Да, вот чтоб хрустели. Так, вот так, слегка пожарили овощи. Так, Илья, дай мне мясо. Мясо надо? Да, мясо давай, надо, Илья. Да, мясо. Давай мясо. Так. Вот, держи. Так. То есть здесь, получается, да, никогда не используется ни кастрюля, ни сковорода. Да, только да, вот. Да, 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 вот. Вот таким образом, да, мясо. Ну, я, наверное, овощами займусь, да? Правильно? Овощами. Можешь овощи вот сюда выкладывать, да, и можешь нарезать. И все это делается очень быстро. Да. Сразу можешь вот так брать. Повар не надо коснуться овощам. Хорошо. Можешь, давай, взять. Сейчас пожарится немножко, начнем резать. Правильно же, да? Не, можешь нарезать, потом пожарим. Пока все это дело жарится, Максим, расскажи, где ты вообще научился работать? Вот я научился, кухне. Мы стажировали тэпани в Японии. Стажировались в Москве, в Краснодаре учились. Тэпаньяки научиться, это многие года надо учиться. Но здесь, я так понимаю, самое сложное даже не сама готовка, а именно вот это все жонглирование, да, элемент, да, да, шоу. Именно вот это, да. И надо температуру здесь чувствовать. А, вот. Еще надо улыбаться же при этом постоянно. Надо улыбаться. И рассказывать что-то, да, да, Илья? Можешь здесь пожарить, в принципе. Давай сюда, вот сюда соберем все. Да. Так, сюда кидаем мы этот, сливочное масло. Японский пломбир, да. Вот японский пломбир у нас. Столько, да. Это масло, да, так называется? Да, масло. Японский пломбир. Масло, японский пломбир. Так, Илья, теперь тебе надо вот так помещать его, да, вот так. Перемещай вот так. Давай. Да. Вот. Молодец, Илья. Да, да, у все тебя уже получается. Все, да, улыбаемся. Да, да, вот так. Улыбаемся и машем. И мешаем. Теперь чуть-чуть убираем на теплое место. Обратно, да, давай. Убираем. Все до копейки. Вот. Все, пусть здесь шарится теперь. Три яйца берем. Так, вот таким образом крутим его, Илья. Видишь, крутится, крутится. И можно вот так покидать его. А если мне яйцо упадет на овощи? Ничего страшного. Да, вот так. Хоп. Вот так разбиваем. Остальные убираем. Лишние, да, мусорку убираем. Давай, ты здесь, сюда встань, вот сюда. Да, вот сюда встань. Илья, просто так, убирай сразу яйцо, да, в мусорку и не мучайся. Я закручу, ты попробуешь кидать. Так. Надо разбить. Да, да, да. На вот две так, части. На ребру. Теперь надо закрутить, да? Давай я закручу, а ты кидай тогда уже. Как-то вот ты так, слабенько, вот Илья, крутишь. Вот кашу так мало ел. Тут еще надо попасть на ребро, да? Да. Так, чуть-чуть соли. Омлет приготовилось. Вот таким образом делаем рулет. Вот таким образом еще нарезаем его на мелко. Видишь? Да, мелко-мелко нарезать. Вот таким образом, да. Во-во-во. И сюда же добавляем овощи. Овощи добавляем. Перемешиваем, сюда, да? Да, да, перемешиваем. Отлично. Да, перемешиваем, перемешиваем. Отлично, отлично. Да. Так, сюда же добавляем рис. У нас отварной рис, да, есть, Илья. Сюда же добавляем. Давай. Да. Перемешиваем. Да. Маслица немного, да, не да, надо? Конечно, конечно. Пломбир обязательно надо. Добавим пломбир. Так.
таким образом. Переворачивай. Сделай. Да. Доброе дело. Хоп. Вот так, да. А где дай там чуть-чуть наша сакета? Да. Дай чуть-чуть саке. Саке надо. Вот она, вот, да? Саке. Вот она, саке, да? Да. Ну-ка. О. Да. Отлично. Так, добавляй, и туда, добавляй, и туда, везде добавляй. Саке. Больше, больше. Это еще, же еще, Япония, везде добавляй. Саке, да, да, да? Вот, вот таким образом. Омлет, овощи, рис помешали. Так, овощи, омлет приготовились. Теперь доставай креветки. Да. Креветки тигровые. Так. Отлично. Так, специально для мяса мы делаем теперь соус. Соус суперский, да? Соус, да. Вот с этой стороны обжариваем теперь креветки. Это такая батарея креветок, да? Да. Батарея. Ну, креветки, я так понимаю, здесь быстрее всего жарятся. Да, да, да. Быстро готовится. Так. Соус, да? Соус. Специально для мяса соус. Из чего он там? Здесь репчатый лук нарезан и чесночка. Угу. Чуть чесночка. Так, слегка обжариваем. Вот так убираем на теплое место. Вот таким образом нарезаем мясо. Так. И вот такими кубиками нарезаем обратно в сторону. Так, сюда же зелень. А чеснок? Да. О, у нас же надо чеснок добавить в овощи, правильно? Да, да, подожди, конечно. Еще рано, рано. Рано? Подожди, да, Илья. Да. Вспомнил. Так, зелень, зелень. Так, я прям вижу, пока, как Илья хочет что-нибудь сделать, но не знает что. Я хочу танцевать. У нас такое движение идет, первый раз такое активное движение в передаче. Обычно мы стоим, режем так, сильно не пляшем, а тут и же вулкан делать. Вулкан? Где, да. Так вот же лук, смотри. Так, не берем руками, руками касаться нельзя. Вот, вот таким образом, первый этаж. Так, второй этаж. Второй этаж. Так это получается небоскреб Федерации. Ага. Так, третий этаж. Может, четвертую ты поставишь? Четвертую, а пятый еще есть, смотри. Давай, пятую ты поставь. Давай, тогда, я пятую, да, поставлю. Давай. Пятую пока рано еще стоит. Я так и знал. Кола лайта добавляем. Кола лайт. Кола лайт. Хорошо. Пятая, подожди. Так, бензин 98. Бензин 98. А из чего он состоит? Так, не знаю, с заправки мы взяли это все. И это все, давай, закрывай. Вулканом? Да. Закрывай глаза, Илья. Да, закрывай. Подожди, тихо. Вот так-то будет, давай. Вот таким образом у нас вулкан. И можно вот так. Вот у нас вулкан. Так, у нас креветки приготовились, мясо практически приготовилось. Сюда же добавляем мы чесночка. Чеснок, да? Да, чесночка. Везде понемножку, да? Овощи. На овощи чесночка, аромат, чтобы был. Перемешиваем, так, забываем, да? Так, у нас вулкан все. Можно это нарезать и добавить на овощи, да? Вот, вот таким образом нарезаем. Так, все, добавляю овощи на овощи. Вулкан в овощах у нас будет? Да, в овощах будет. Отлично. Теперь мы рис приготовилось, теперь надо заправить рис. С чем будем заправлять? Конечно же. Чем-нибудь вкусным. Да, кола лайтом заправляем. Кола лайтом, да, кола лайт. Да, кола лайт. Потрясти надо его, нет? Чтобы газики пошли. Да, можешь потрясти. Вот так. Все, хватит. Можешь сюда же саке добавить. Саке. Саке добавить немножко, да? Саке добавить. Чисто символически. Да. И вот таким образом уже перемешаем его. Рис приготовилось у нас. Вот. Раз взял, вот раз взял, вот таким образом вилкой сопровождаешь. Оп. Отлично. Все, давай. Хорошо. Да. Вот. Хоп. Угу. Так, теперь осталось овощи, таким же макаром. Так, креветки тигровые. Мясо. Так, на овощи будем укладывать это все. Вот, вот таким образом. И у нас соус еще остался, да? Да, у нас соус остался для мяса. Не, ложечка больше будет вот так. Ну, хватит, да. Давай. Лимонного сока. Лимонного сока? Сок, да, лимонный сок. Вот лимонный сок. Да. Сюда же. Давай. Да. О, вот так. И чуть-чуть кола лайт. И чуть-чуть кола лайт. Ага. И чуть-чуть слегка обжариваем это все, перемешиваем. Вот, вот таким образом. Ложим. А жидкую часть тоже туда же, да? Да, можно жидкую часть тоже положить. Вот. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвал. Да, я тоже думаю, надо сказать спасибо Максиму, как всегда. Как всегда, всем, спасибо, всем гостям. Спасибо всем гостям. Всем спасибо, все свободны, можно так сказать. И аплодисменты, да, Илья? И аплодисменты. Не жидкие. Да, все, спасибо. Ладно, спасибо. Спасибо, что пришел. Ну, постоянно можешь приходить. Я к тебе буду постоянно приходить. Постоянно можешь приходить. Да, на самом деле это было все очень так быстро и поучительно, я бы сказал. Что я сначала пытался с вами разговаривать, а потом в конце я просто решил, что я посижу и помолчу. Было быстро и для меня поучительно. Потому что я ничего не понял. Честно, первый раз за таким прибором стою. За таким прибором. У тебя-то не такой, да, прибор, Илья? Да, у меня такие конфорочки. А здесь вот такой прибор.